Вот за 20 минут меняется 4 лицевых счета физических лиц, а для того, чтобы получить эту информацию, нам необходимо иногда бывает до 2 месяцев. За 20 минут, значит, мошенники работу устраивают таким образом, что деньги там за 20 минут сменили 4 счета, ушли со счета на счет. А вам надо по каждому официальный запрос писать? Не только запрос, так как это является банковской тайной, нам необходимо еще и санкцию суда получать для этого. И, к сожалению, у нас отработка запроса от 10 до 30 суток. И бывает так, что это цепочка. То есть я определил лицевой счет, увидел, что денежные средства переведены на другой лицевой счет, снова получаем мы санкцию суда, снова направляем запрос в этот банк и ждем еще некоторое время.